друзья! Ну, сегодня у нас очередная вылазка в лес. Опять-таки в посадку. Это будет дубль 2. Я проверю сегодня еще одну посадку. Сегодня у меня еще один выходной день. И я отправляюсь вот в такой вот прекрасный солнечный денек проверить еще одно свое место. Давайте проверим. Делайте ваши ставки. Мы гуляем по вот такой посадке. Это у нас ближняя Адыгея, недалеко от Краснодара. Да, растет здесь морчковая шапочка. Сморчков пока еще не видно. Трава поднимается и затрудняет, конечно, поиски. Очень много эльфовой чашки. Крупную я тоже беру. Мелкую оставляю. То есть мелкая говорит о том, что будет еще урожай саркосцев. В общем, ящерки бегают, птички поют, цветы. Очень много растений разнообразных уже в лесу. Здорово. Лютиков полно, все цветет, все так красиво, зелененькое, душе приятно. И иногда попадаются сморчковые шапочки. Что не может не радовать, конечно. Здорово. Друзья, едьте в лес, гуляйте. Это настолько классно. Настолько отвлекает вас от всей этой рутины, бытовухи и так далее. Здорово. Ну, а мы идем дальше. Не останавливаемся. И ищем грибы. Супер. Друзья, смотрите. Наконец-то они здесь начались. Дубль 2, вторая посадка, и она меня не подвела. Чудесно пахнет грибами. Сморчковая шапочка. Самый настоящий весенний гриб. Ну что, пойдем косить? И также в посадке в этой же, смотрите, я обнаружила вот такие вот грибы. Аурикулярия. Или иудина ухо. Смотрите, сейчас в ряд их выложу. Их прям тут много под стволом. Как хрящики. Их можно брать. Видите, они похожи на уши прям. Вот такие вот интересные особи. Я прям так руками их срываю, потому что нож у меня далеко лежит. Вот сейчас на ствол вот так выложу их. И они, вон, смотрите, кстати, там по всему стволу дальше идут. Попавший ствол, погибший. Ну, вот такая красота. Вот еще. Ну, их мелкие можно, да, взять. Их можно как раз на сушку. Вот те уже я не буду брать по стволу. Они прям уже такие завядшие. А эти прям неплохие, смотрите. Вот, получается, сколько их получилось. Вот поближе показываю. Они прям напоминают, да, ухо? Иудина ухо. Замечательный грибочек. Берем. Thank you.
слышите? Грибники вон ходят тоже. Тоже они там что-то насобирали. И вот такая вот, как видите, да, страшная-страшная посадка у нас. Но зато в этой посадке есть грибы. Ну что, друзья, я гуляю в своей посадке. Грибочки есть, попадаются. То есть неплохо я уже набрала. Сморчковой шапочки. Ах, ароматная какая. Также попадается саркосцифа. Ее просто очень много, так же, как и обычно. И попадаются также ушки наши иудины. Сейчас вам покажу. Вот такие вот, видите, еще экземплярчики классные. Попадаются. Тоже я их беру с удовольствием. Кстати, грибников сегодня тоже очень много. То есть я в лесу сегодня не одна. Много лазит грибничков. Девчонки в основном тоже собирают шапочку. Ну, в общем, попытка номер два сегодня увенчалась у меня успехом. Я очень этому рада. Я надеюсь, что вы тоже вместе со мной порадовались. Итак, грибной сезон объявляется открытым на Кубани. Ну, а я, пожалуй, с вами на сегодня прощаюсь и возвращаюсь домой с уловом сморчковой шапочки. Всем пока! Всем спасибо за просмотр! Спасибо, что гуляли вместе со мной. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, потому что впереди только самое интересное. Я вам буду показывать новые виды грибов, которые я нахожу здесь у нас на Кубани. Подписывайтесь, ставьте класс. Всем пока! Thank you.